командир, ну что за дела? Что, мы не люди, что ли? Договориться не можем? Я при исполнении не договариваюсь. Командир, ты что, самый правильный? Правильный, ну да, правильный. Правильный от слова «правило». А в правилах что сказано? Во время движения ремень безопасности должен быть пристегнут. Ну торопился я, на мир и так в пробку попал. Ну вот пока пробки стояли, вполне могли пристегнуться. Командир, ты что, издеваешься? Ни в коем случае. Не, кстати, пробка на Мира. Из-за чего была? Ну, Волга с Тойота столкнулись там. Ну, вот видите. Их водители, видимо, тоже куда-то спешили. Кстати, вы не заметили, они были пристегнуты? Да откуда я знаю? Я что, приглядывался, что ли? А я знаю. По долгу службы были пристегнуты. Поэтому, хотя машины и пострадали, но водители обошлись без травм. Командир, ты что, мне нотации читать будешь? Я при исполнении нотации не читаю. Я поступаю, как положено. Положено, не положено. Ну что, мне люди, договориться без протокола не можем? Не можем. Нарушение правил было, поэтому и протокол должен быть. Да что ж ты трудный-то такой, а? Я не трудный, я обыкновенный. Так, вот здесь распишитесь. Промзона? Конечно. Да, все коммуникации, удобный подъезд. Два этажа, 1000 квадратов. Много? Я думал, лучше сразу взять больше, потом дороже будет просто. Посмотреть? Да, конечно, разумеется. Угу. Слушай, нет, нельзя. Сейчас нет таких цен. Нигде нет, поверьте. В прошлом году остались. Ну уж тут ничего не поделаешь. До свидания. Да, Оль. Только что до офиса добрался. Ремень там забыл пристегнуть еще. Инспектор прицепился. Да с самого утра делал просто по горлу. Мишка звонил. 4 получил. Наконец-то. Нет-нет, сегодня никаких задержек. К ужину буду дома. Угу. Оль, у меня тут городской. Давай тебе чуть позже перезвоню. Ага. Угу. Да. Понял, помню, конечно. Помню. Так. Давайте уже на понедельник. Угу. Угу. Вести? Да, устроить. Хорошо. Да, Кать, слушай. Что случилось? Услышать захотела. Да работай, что делаю? Дежурю. Протокола выписываю, да. Чувствую, сегодня будет рекорд. Да не ехидничай ты, не ехидничай. Ну, что поделать, если кому-то не доходит через голову, придется, чтобы дошло через штраф. Да. Да. Да и вообще за науку платить надо. Умный платит 1 раз, нахальный 2 раза, а наглый всю жизнь. Да. Так, погоди. Я перезвоню. Привет. У меня уже почти все готово. Угу. Скоро еще Мишка из школы приедет и будем ужинать. Алло. Все, ты уже поехал? Да, пап. Отлично, мы с мамой уже дома. Через дорогу не беги, там подземный переход есть. Ладно. Все, ладно, пока, пап.
Да закончил, закончил. Почти. Мама в гости пришла. Ну, передай ему пламенный привет. Да скоро. Скоро буду. Скоро. Ёлки-моталки. Скорую вызвали! Ой-ой-ой. Пацан, ты как? Андрюша, позвони, пожалуйста, Мише еще раз. Я ему денег на хлеб дала, пусть купит. Абонент временно недоступен. Странно. Только же разговаривали. И у меня недоступен. Ничего не понимаю. Алло, Дим, привет. Слушай, ты с Мишей? Нет? Он на газель сел? На двадцатку? Ну, ладно, спасибо. Нет, ничего. Ай! Ой, щипит! У вас что, зеленки нету, что ли? Ай! Ну да, да, был ДТП. Ай! Все целы. Целы все, говорю. Ну, я занят сейчас. Не пищать. Приеду, расскажу. Радуйся, что легко отделался. Все, пока. Ни ушибов, ни переломов. Одна вот эта вот только ссадина. Да уж, легко. Телефон только разбил, ага. Новенький совсем. Вот уж, несчастье. Пойдем, сдам тебя инспектору, чтобы домой отвез. Мне кажется, что-то случилось. Успокойся, еще ничего не произошло. Ой, Миша, Миша, Миша. Наш автобус в аварию попал. Я с кресла слетел и... Мой телефон разбился. А Николай Иванович меня в больницу отвез. Там сказали, жить буду 100 лет. Да бог с ним, с телефоном, мы тебе новый купим. Главное, что ты живой и здоровый. Я сейчас... Да, ладно, ладно. Мне тоже. Домой, пап. Спасибо. Я сейчас за хлебом гоняю. Катерин, ну ты чего? Ну что значит извелась? Ты не изводись. Да нет, нет. Я не шучу, я серьезно говорю. Ты мне нужна здоровая, крепкая, бодрая, да. Уж какие шуточки-то. Да. Что там передавали? Ну они там напередают. Я же тебе сразу сказал. Все в порядке. Все в порядке. Да. Да здесь, я около дома. Через 5 минут зайду. Да. Да ладно, ладно. Через 3. Давай пока. Уходят вдаль проспекты и дороги по сибирской стороне. Ты не грусти, родная, на пороге. Скоро я вернусь к тебе. Нас снова ждет серьезная работа от зари. Страшны крутые повороты, там, где службу несет.